Как вы можете заключить договор, если нет решения общего собрания? Поэтому, если вы подписываете такой договор, вы действуете в обход закона, вы действуете неразумно, вы действуете недобросовестно. И вы будете краснеть, бледнеть, бледня-бледней, и будете стоять вот так бледня-бледней перед судьей? Вам это надо? Просто с этим не встречался никогда. А у вас в опыте есть, чтобы его реально подписывали вот таким образом и имел законную силу? Нет, такого я не встречал ни разу. Нет на них кнопки пипата. Вот была бы кнопка пипата, знаете, пришел, бац, и сразу все стало хорошо, сразу все стало здорово, и всем сразу все понравилось. Но, к сожалению, такой кнопки на наших с вами компьютерах нет. Мы вправе с вами бить тревогу, и следует провести расследование, кто это сделал. Многочисленные мошенники из управляющих, ресурсоснабжающих организаций, они стараются нас обмануть, действуют в обход закона. Раз и присоседился. А почему я за тебя должен платить? От него ведь можно еще и заразиться этой дурью. Что нам подсовывают? А нам подсовывают фуфло. Ну и где они? А их нет. Связи-то между этими документами нет. Исполнение-то решения где? И что вы потом будете в суде рассказывать? Вы когда подписывали, вы куда смотрели? Акцептировать либо акцепт на иных условиях. Отказ от акцепта. Очень важная статья. Я заключу с вами договор при условии, и вот это будет считаться разумным, добросовестным. И пытается обмануть нас любыми способами. Сразу получите все. Причем это получить на халявку без денег, без услуг и без работ. А документов-то нет. Важнейшая часть. Нет договора, нет разговора. Но ее следует забыть. Выбрасываем в помойку. Это мусор, а следует пользоваться нормами права. К более сложным вопросам перейдем. Вы же не знаете норму процессуального права? Вы сами самостоятельно исследуете, запоминаем это. Какой закон должен быть применен? Многочисленные факты нарушения закона. Пришли непонятно кто, ворвались в квартиру. Когда вы с этим вопросом разберетесь, тогда и приходите. Будут документы, приходите, будем разговаривать. Пока их нет, никого допускать нельзя.